А такое слышали? Сорвался как-то на базе у свободовцев кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все сочувствуют, ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику. Потом пригляделись, а то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Ни хрена! Стали еще сильнее убиваться. Это ж надо, ужас какой! Развелось, мол, твари, и плюнуть некуда.